Приветствую всех, с вами Сенсей. Вот решил продолжить. Игра прям вот чуть-чуть не добрала, но я решил продолжить. Может быть, доберет в честь праздника. Поэтому хочу всех поздравить. Мужчин с праздником, а также женщин, которые принимают участие в защите нашего Отечества. Всех с праздником. Желаю всего наилучшего. Давайте начнем. Пусть будет коряво, но самое главное поздравил. Лучше, чем ничего. Сегодня будет, наверное, одна или две заливки, поэтому во всех буду поздравлять. Так, давайте теперь разберемся в этой каке. Куда и чего нам идти. Вот вам картинка, отличнейшая. Ассасин я бросил, первую часть, это начало серии, трень какая-то. Конечно, уже эти игры, я не знаю, даже... Такие игры, как, например, Резик, да, вот второй, третий переделывали, да, ну, Ассасин переделывать первый, да там просто... Не знаю. Я уже на переделанном играл, и там просто задание повато. Принеси подай, да. Освободи этого, освободи этого. А где у меня этот горбаконь-то? Подождите-ка. Как его вообще вызвать-то, этого пса-то? Может, я вот сюда... Бежище бандитов. А как у... Я уже забыл. Быстрое перемещение. Ну все, я уже... Хочу перемещаться. Горбаконь надо вызвать, я не помню. Вот там, вот там, вот там. Поехали. Блин. Да. Почему у меня ускорение и... Как ускориться этим чурбаном? Видите, переходит у меня. У меня что-то написано ускорение там. По-моему. 600 метров. 600 метров вы... Добежать тут! Барханы тут, черт возьми, взялись откуда-то. Кто их нарисовал? Вот куда-то туда. И мало. Наверх или вниз, интересно? Сверху спустимся, если что, да? Подниматься сложнее. Я и забыл про эту курицу. Что это такое? Как лететь-то? Ну все выше и выше. Выше и выше поднимается мой парящий ковник. Ускорение я нажимаю. Одни шкуры какие-то, я не пойму. Где это? Это ассасин. О, смотрите, вот эта точка, наверное, да, открыть надо. Как это поставить? Сюда надо. Чуть я никаких разбойников, ребята, не нашел. А, вот они. Вот, вот здесь. Это парящий. Зачем вообще это я сделал, эту птицу? Для чего вот она нужна? Как выйти отсюда? Как я пугаю так? Лучше не привлекать внимание. Ты думаешь? А может и просто по рогам надавать всем этим ублюдкам? Так, я что-то не пойму, где это у них хранилище. Куда они заховались эти мерзавцы? Блин, я потерялся.
потерялась я, я потерялась. Адя. Потерялась. Алибабет, ты туда меня завел? Так вот и они. Эти мерзавцы-то. Да? А что-то показывают куда-то, да? Пещера туда. Кстати, эти ублюдки, которые первый раз на меня набросились. Настоящее мастерство. Вижу врага. Он мой. Ты выбрось ты этот лук, ты как переключить тебя, я. Прибью его. Эй, блин. А вот как. Оп, черпанул я тебя, мужичок. Дурачок. Идите сюда, ко мне, шобла, блядь. Вонючки, блядь, американские. Миром, крыса. Э, тихо ты. Сейчас сдохнет ведь он меня. Конь серогорбый, блядь. Че такое С? С, че там такое? Мерзавец, тебе не уйти. Вот ты где. Лучник там этот ублюдок, блядь. От него надо избавиться сначала. Я выпотрошу тебя! Ты ори сколько хочешь, ублюдок. Ублюдочная морда, блядь. Че тут делает, блядь, я не пойму. А вот и ты. Как жизнь-то прибавить? Блять, он стреляет еще этот ублюдок туда. Эх ты, блядь, лупанул я ему прям промежности, блядь. Козлин, вставай! Вот так как-то, ребятки. Блин, я только в последний момент подумал, что это какая-то ловушка. Эх, блин, игрушка, конечно, сильна. Сразу на жопу. Эй! Я убью тебя! Убирайся прочь! Да куда ты залез-то, блядь? Выпотрошу тебя! Смотри, смотри, какой шустрый, блядь. Балбес, блядь. Беги давай уже за ним, блядь. Куда он делся-то, блядь? Никого. Но надо следить. Что? Плевать я, давайте тоже так же буду гулять, блядь, как и вы, но. Попробуй это. Чё это за лук такой, блядь? Какая-то... Ботва, блядь. Батук, лук, батук, ёпта. Да что ты за сука, за сучёныш ты, блядь, такой, блядь? Блять, еще говнина какая-то пришла. Я тебе отомщу. Иди сюда, блядь, ублюдок, блядь. Как я не быстрый, блядь. Я не пойму, что это за игра такая, блядь. Что это за ублюдки такие быстрые, блядь. Как, блядь, сука, тараканы. Вот эти жуки у них, эти вонючие, но. Че такое, блядь? Куда ты потерял у меня изображение-то, но? Конечно, какие-то куски говна вот эта вот студия делает. Просто какие-то куски говна, блядь, в последнее время. Я не знаю, но. По-моему, за последние 10 лет они ничему не научились. Ничему, блядь. Все копирует одно и то же. Одно, блядь, и то же. Просто охренеть. Вот и книга мертвых. Бека будет рад. Нужно вернуть книгу старику. Сюжет придумать не могут, блять. Драки не могут придумать. Ну, Dark Souls есть. Ну, не надо делать из них Dark Souls. Ну, приближенный какой-то. Нет, мы хотим сами все. Мы сами, блять, с усами. Только усы-то у вас как у Гитлера, блядь. Слишком маленькие и неуместные.
Опа! Горболет нам без надобности. Ой, да зачем вот это сделали по дорогам? Я понять не могу. Ладно, мы, блядь, в лесу каком-нибудь были. Зачем ты сделали вот по дорогам надо? Я не пойму, это что? Ты год будешь ехать? Ведьмаке и то прямую дорогу, блядь, берет там лошадь там. Меня знаете, что удивляет? Удивляет то, что люди играют в эту дресню. Такие вот, как я. Я ладно, заливай, я в жизнь бы никогда не взялся. Я брался, вернее, и сразу бросил ее через полчаса. Похоже, людям нравится, когда я ругаюсь и скандалю. Поэтому и смотрю. Они, наверное, не из-за того, что это игра. Так, погодите. Это принеси, подай, блядь. Играть ты не можешь по сюжету. Надо обязательно говнище наговнить. На чём то он висит там, блядь, смотрите. За какую-то пиздюлетку, блядь, схватился. Дурило какой-то залез куда-то наверх. И сидится им. А, это матрёха, точно я вспомнил. Бека покинул нас. Да, его больше нет. Он был слаб и не смог дождаться тебя. Да обретет его душа мир. Он был в отчаянии, что его Ка не воссоединится с мамой. Ну, одного рисования еще недостаточно в игре. Нам тебя послали сами. Должен боги. Быть сюжет. Его готовят к погребению в малом храме. А не Far Cry. Или Far Cry, как правильно. Она опять что-то хочет, эта курица. Принесите книги старику. Где этот старик? Да что ты говоришь? Да не пошел бы ты нахер. Кто, кстати, там говорил чего-то? Автобег, нет ускорения. То есть я остановиться не могу. Резко встать что-то. Да? Вот так, а вот. Видите, надо обучаться на это. С одной стороны, правильно сделали, да, чтобы не держать. Такие пробежки, блядь, одни барханы. С другой стороны, вот, видите, он останавливается. Он так вот бежит, этот бег. Автобег я нажимаю. Уж лучше просто бег. Вот он, черт. Он сдох. Он сдох, этот мерзавец, блядь. Че, обалдел? Старик. Вот книга. Да он мертвый. Она поможет тебе в поисках. Я с мертвецом разговариваю. Вы видите? Он отбросил копыта, блядь. Сюда пирку нужно ему на ногу. Смотрите, он вообще не шевелится. Вставай! Цель мне направляет. Так, дальше что? Ну, картой зашел я, этой же кнопкой выйти из карты. Я вот понять не могу, как вот до этого люди не могут додуматься, что ли, или чего? Блять, я украл лошадь, оказывается. Да плевать. Чуть опять не нажал. Скорее. Ну, хочется, чтобы она побыстрее ехала. Я нажимаю, она... Опять призвать. Где это у меня фишка? Кто это? А вот на эту я могу сесть? Вот на эту хуйню? Ну-ка, давай. Чё ты... Говорит. Так, где это у меня курица летающая? А чё она... Зачем её призвать-то? Задание, что ли, найти? Перемещение. Чё, и даже через курицу я перемещаться могу. Где ты здесь? Бери-бери. Бери-бери. Бери-бери.
играет. Еще не вечер. Как-то боится. Таверна. Где здесь таверна где-то, вонючая? Ты нахрен, вот она таверна. Ничего понять не могу. Ничего, какая-то говнина. Вот сюда и пошли. Разберемся, в таверне найдем. Восьмой уровень у меня. Где отсюда? Это черт, пройдем. Поторгуемся? Да вы че тут, блядь, ты накопаться надо неделю, блядь, чтобы полторашку заработать. Так, где таверна-то? Ух ты, нашла! Оказывается, ничего не надо делать, просто надо летать и все пердеть и кувыркаться. Куда это вот опять? Вондовушка-то идет. Как же разе пивом? Че, нести его надо, нести, понимаете? Блин, вот спасибо. Я не знаю, как вот такие уже вещи проходят вообще вот в играх. А? Вот это тупость, блядь. Таскать всяких алкашей, блядь, вот это. Алибаба, блядь, джигит вонючий, блядь. Ему, блядь, нечем заняться больше, понимаете? Он не восстание поднимает, а поднимает алкашей, блядь. Свиноту всякую таскает на себе. Обалдеть, блядь. Пошел вон отсюда. Все пошли. Какую-то мерзоту таскает на себе. Алкашню. Вообще, просто помойка заданий. Или... Из заданий помойка. Помойка заданий, это точно. Да там каждый второй алкашня у них. Сейчас у всех будет тут таскать. А потому что нельзя дальше пройти, понимаете? Это затягивание времени. Как же это? Вы сейчас по заданию пройдете и все. Вон Лара Крофт, я сейчас куролесю. Кстати, Лара Крофт будет после нее. После Лара Крофт будет что-то будет. А... Атомное сердце будет. Я решил продолжить. Вроде она тянет, потянет потихоньку. Правда, атомное сердце это, ну, попавшее в сеть. Она и так не очень работает. Это говорят, стянула, и она проблема. И там, по-моему, даже нет лучей. Убрали лучи, по-моему. Я где-то читал. А мы случайно. Но это ужасно. Люди шли из Красной и Черной земли посмотреть на бой. Если нужно просто драться, я помогу. Правда? Драться ведь... хочешь, так дерись. Ты смог бы уберечь меня от позора. Поговори с верховным жрецом во дворе. Он расскажет, что делать. Несущий смерть. Он смерть какую-то притащил. Вон, крыска какая-то. Так, где эта птица опять, что ли? Каждый раз понят под ритм свой вызывать. Нет. Пока все нормально. Вот художников надо оставить, остальных всех нахрен на помойку, блядь. Всех, вот пусть, блядь, это нахуй. Таксуют, блядь. Верховный жрец. У них там хорошо зарабатывает на такси, кто работает. А где Паму? Сехмет играет он. Паму не... смог. Он на башке гнилье какое-то таскает. Ладно, иди за мной. Вот сейчас будем ходить неделю. Ну ладно, тут сохраняется вообще почти в каждом углу. Вот это мне хоть порадовало. Хоть это и не серьезный бой, лучше не расслабляйся. Не бойся.
постоянно с одного места начинаешь. О, избранник Сехмет, несущий пламя. Нет, конечно, в свое время игрушки были сильные. Мы счастливы, что Assassin, ты с нами, да, но это священная вот ночь. Unity мне очень зашла. Сейчас обалденная. Вы станете свидетелями. Это вторая часть Assassin, вторая. Вообще обряда. Небо и земля от первой части. Первая — это кусок говна. Если злоба сможет. Я попробовал этот кусок сыграть, сбесило. Хоть даже соучно играть. Одолеет богиню. И Мау будет обречен целых 100 лет прозябать во тьме. Че, на меня что ли хочет это? Барпосту, блядь. Если помыслы сними чисты, башку-то эту нахрен, ничего не видать этой башки. Богиня снизойдет к нам и защитит от хаоса и забвения. Да начнется бой! С незапамятных времен львица Сехмет хранила нас от алчности Исфета. Когда-то Исфет был мужем Маат, богини порядка. Однажды он сломал весы истины. Как он тебе в жопу? Почему бешеть слетает? Я не пойму, блядь. Сехмет, огради нас от беды. Изгнала его из зала истины. Голод заставил его вернуться. Сехмет это предвидел. Дядя Она Байк, преградила ему путь. Он сражался с диким и зверем. Длилось 20 дней и ночей. Блядь, его неделю-то надо будет мутохать, блядь, неделю на. Да, его оружие пылает огнем, Сехмет. Сама так, Сехмет. Как такое говно можно вообще придумать, блядь? Вот эти вот драки, блядь, дебильные, недельные, блядь. Я оставил на Сехмет. Драка должна заканчиваться, как Dark Souls, блядь. Вернее, не Dark Souls, вообще лучше не вспоминать говнище это, блядь. Как в Секире, блядь, должно, блядь. Или в Elden Ring, блядь. Две лучшие игры, блядь. Драка. Ну сейчас начнет что-нибудь чудить этот, блядь. Жердяй, блядь. Просто затыки мне, блядь. Какие-то приемы у него тут, наверное, есть еще, блядь. Пронзят завет тьмы. Воитель Сехмет побеждает хаос. Хорош орать там, блядь. Сехмет, сохрани нам жизнь. Воитель Сехмет побеждает хаос. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Да, его оружие пылает огнем, Сехмет. Острые клыки львицы пронзят завесу. Блять, можно, блять, курить, выйти на и попукивать, покакивать на. Блять, краев не видишь, что ли, ублюдок, блять. Пошел нахер отсюда, блять. Сдохни. Пока я мышку не сломал, блять. Твою, сука. Иосиф, блять. Он долго бился, потому что у него говнище на башке. Он не видит ничего. Да и вообще он не боец ни хрена. Сейчас бы секира был бы здесь, я бы его... Этот жрец, судивший битву богини со Сфетом, удивил меня. Он сам выдумал эту легенду. Такое услышишь только в Имау. Я был бы рад предложить тебе остаться, но понимаю, что тебя ждут. Деньги давай. Перед уходом попрощаюсь с детьми. Деньги, деньги давай, лысая обезьяна. Какой-то полупедик, смотрите, да? Если нарисовал. Кто его рисовал, бля? Такая снова отожравшаяся харя. Черт смерпящий. Прошу, бля, возьми маску и посох богини в знак нашего уважения. А где-то у меня что-то тут должно быть снаряжение какое-то, точно. Разблокировать навыки. Мало того, что я тут херней какой-то занимаюсь, еще, блядь, навыки разблокировать-то. Али-баба. Че, это просто так костюм-то, что ли? Я не пойму. Просто для красоты? О, кони в яблоках, блядь. Да мне кажется, они мне быстрее скачут. Где это здесь скорость, блядь? Я вот не вижу никакой, да пусть горболет будет плевать там. Давай, Али-баба, пошли отсюда. Да. А куда мы идем-то вообще?
Надо это остановиться, посмотреть, куда идти. Чёрт, блядь, ненавижу это. Так это не сюда, наверное. Вот куда. Вы чё, обалдели, что ли? Да нахрен, я тут год буду бежать. А, у меня карта не открыта. Как ее открыть-то, я что-то не помню. Сюда, наверное, сначала, да? Да, быстрое перемещение. Почему недоступно-то, я не пойму. В чем дело-то, блядь? Что-то не открыл, что ли? Какая карта-то открывает? Это или нет? Просто, наверное, не открытые, да? Быстрое перемещение. Так я, может, и здесь не открыл? Ну, давайте вот сюда посмотрим, что тут за дресня. Где это вообще хрен сосенька? Вон она. Мне нравится этот гонщик, он вообще отлично лазит. Единственное, что он всех лучше делает, это лазит. А это трясня. Давай выщи, выщи, давай выщи. Хачи тут, город хачей. Он сам туда забежал, между прочим. Потому что авто это хренотень, короче. Все, прыгаем. Верю, не верю. Сдох. Так, давайте теперь еще одну вышку найдем. Вот там, да? Даем гамму диск. Так а что вот она откроет? Она много открывает, интересно, эта вышка. Наверное, откроет, да? Быстро перемещение заработало, да? Корболет все. Так, где она это? Это и эта вышка, а где другая? Седали, чем ты стоишь, мужичи. Там, по-моему, это загорелось. Может попробовать. Нет, она, наверное, не перекинет. Так, теперь нам нужно корабль. Корабль. Хороший такой кораблик. На нем мы могли... Вон, вон она стоит. Подводная. Подводных нет здесь? Дубовая. Это мне больше понравилось. Все, поплыли. Смотрите, вот здесь она разгоняется. Смотрите, вообще обалденно. Тут она на лодках ездит, да. С дороги, бля, ублюдок, бля. Чего, пошу нахер? Хрен на вас. Шобла всякая катается, мешает. Говнятина катается. Вон птиц, смотрите. Вот я говорю, надо оставить тех, которые делали мир. Все. Остальных всех не помойте. Ты чего? Где тут вышка, блядь? Вот сюда на эту палку надо залезть, вручал. Вот слышите, там такие качки. Коля-валя.
Блять, эти вышки, они в каждой игре суют. Я вот не понимаю, их ругает, ругает, а они все равно суют. А я вам скажу почему. Потому что это проще простого делать. У них уже образец есть игр, понимаете? И они и их просто эти образцы меняют. Вот и все. Это так делался 6-й Far Cry. 5-й, 6-й, они все одинаковые. Там просто меняются и все. Где у меня лут? Надо посмотреть, лодка ли нужна нам будет. Ну и чего, я ничего не открыл? Что это говнина? Не открылась ни черта. Давайте вот сюда, что ли. Что тебе дополнить задание 20-го? Только сюда. Че, выныриваю? Вон она. Эх ты, блядь, на огонь залез. Да куда ты, блядь? Этот автопек я уже скоро закурю. Корыто такой, да? Корыто. Вот такие игры как заливать? Вот смотрите. Вряд ли кто-то будет сейчас сидеть и 2-3 минуты и смотреть, как я плыву. И время меня игра не наберет. Конечно, не наберет, потому что, блядь, одна беготня здесь нахрен. Секира там секунду пропустишь, блядь, все, пол игры, блядь, пропустила. Здесь можно в носу ковырять, другой рукой подтрачивать и еще. Ногами да что-нибудь месить. Мне боги. Я иду к тебе, Айя. Ух ты, серьезно, чё? Сохранял. Ребят. Идиодин! Оран булимиди не ханестери на акселе. Дороги! Здесь вот гробоконим без надобности, я не знаю, он по дорогам бегает. Ускорения у нее нету, у лодки есть ускорение, у коня нету, у этого. Да ни у кого нету, ни у верблюд, ни у коня. Чё тут стену, кто тут лупил стену-то мне здесь? Что это за китайская хренососень, блядь? Давай, мужик-то. Мне нравится вот в этих играх, он вообще в лёгкую так поднимается везде. Даже в Лара Крофт рядом не стоял. Нет, там спрыгнуть некуда. А то сейчас прыжок веры сделаем, да. На асфальт, блядь. Да куда ты остановись ты, господи ты, боже мой, черт ты поганец. Мерзавец. Вали! Вали, свали! Охренеть, сколько тут надо бежать. Так, давайте сначала посмотрим карту. Что там у нас на карте, на коряпе? Вот эту отметку надо собрать какая-то. Вот она, отметка. Давайте откроем ее сразу. Ой. Ой-ой-ой. Так, ладно. Где она? Вот здесь. Прошаркаем сразу отметку. То вдруг продолжение будет. Вдруг зайдет вам. Игра вроде начинает тихонечку копошиться. Вернее, я в ней начинаю копошиться потихоньку. Буксовал, а сейчас вроде копошение пошло. Какая-то дресня там летает, чего-то, блин. Что-то какая-то дрянь там. Что-то собираю я по ходу, проходу.
где-нибудь здесь соберешься, нет, ты у меня пупуас вместе собираешься. Они, блядь, там привыкли в это, да. Городище свое. Куда этого показ? Тычет пальцем. Нет, тычет пальцем, кого ты тут тычешь? Да где эта метка-то? Вот на башке ему надо насрать, на башку. Залезь, да? Нахерачь туда, вот было бы весело. Блять, ты слезешь ты когда-нибудь отсюда. Ка больше нет. Египтяне почти не приходят в храм. Где же мои братья и сестры? Все, все, спокойно. Так грустно видеть опустевший Серапиум. А если озвучки русские не было, вообще я не знаю, как бы играть в эту игру. Тут котик подкупает озвучка, блядь. Не просто какой-то высер, а приятная озвучка. Да. Все. Давай, Мумму. Где твоя Мумму? Лазить по типу говнецу. Ну нет, я понимаю. Я не считаю, что это плохо. Но когда это навязывает, это просто омерзительно. Просто надо было сделать, я считаю, ну, максимум 5 вышек. Может быть, вы в этой игре и так? Сколько я сейчас уже открыл этих? Чё там какой-то дресню попал? Воду, что ли? Ну тут же на каждом шагу эта хрень-то, блядь, нет? Вот еще одна, видите? А не откроешь их, быстро ты не прокопошишься, но. Выныривай, ты чё, куда залез-то, блин? Тут люди моются вообще-то, ты грязный параши в этой. Залез в аквариум к ним. Юг ты, блядь, красивый, да? Вот сейчас, блядь, реально. Смотрите, какое. Солнце это, я как солнце записываю, так все начинает это у меня тут черные полосы всякие. То краснее я, то бледнее. Днем я не люблю записывать, но в последнее время что-то YouTube начал ошибки выполнять постоянно. Вот все уже, релиз, уже можно сказать, все. Остается там 5 минут до конца или там 10 минут. И виснет, и все нахрен. Если это повисло, особенно там, когда пишут, обработка займет некоторое время. Все, я сразу тревога, блядь. Сразу начинаю корябать, писать туда по два раза. Да. Потому что это... В прошлый раз через сутки они только смогли меня восстановить. Серапис, змей получит свой ответ. Это мое! Видно твои... Как же мне найти Аю среди всех этих свитков? Мне кажется, Фан много болтает. Я думал, он бабу ищет, он какой-то свиток ищет, блядь. Да куда ты нахрен? Не туда побежали мы с тобой. Так, это... Автобег, конечно. Надо его вообще убрать, наверное, этот автобег. Ой, я привык это. Шипас, но если будет следующая часть. Все, тащи, блядь, как. Рядом все знания мира. Помочь. Лишь протяни руку. Здесь мы можем Все, свободно. Свободен. Итак, Серапис. Посрадчик. И что? Где Ай? А, Серапис. Хрена. Я написал о нем пасторальную трагикомедию. А. Ты Байк, да? А я тебя заждалась. Как она? Как ты догадался? Быстрее, за мной. Алипабая. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо. Она прячется. Кто ты? А, любишь поэзию Гомера, так? Прошу сюда. Я брат Аи, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Аей. И почему ты так осторожен? Геннадий отправил людей обыскивать дома. Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Где-то, теперь говорит, наши правители позволяют все. Геннадий? Чудовище. Это Филакит Александрии. И он готов перерыть весь Генку-то город. Генку-то не трогайте. Чего вы Генку-то прицепились? У меня вы есть так уже русских задрали. Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь.
В любом случае, это он подготовил убежище для Аи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. А сюда повернешься? Поворачивайся. О, да это Фан. Думаю, Ларку смотрите, Ларка вообще прямо-таки жесть. Прямо-таки новый Софокл. Но это худшая часть из трех частей, вот я дальше считаю. Дальше я не пойду. Ларк, иди к монументу, я там убежище Аи. Мне все больше третьи понравилось. Первая, она тоже хороша по-своему. Но третья именно вот ближе к истокам. Всяких гробниц, постоянно копашись. Ну что ты, Чурбан, что тут такое, я не пойму. Поверь мне. Ты что тут, блядь, придумал-то, блядь? Мне пора. Удачи, друг. Куда, наверх, что ли, лезть? Я что-то понять не могу. Александрии всегда есть чем заняться. Исследуйте колодец. Где этот колодец? Что, его заделывали, что ли, колодец? Зачем вы колодец-то? Мужик, подожди, подожди, мужик. Смотрите, он прям по этим штукам. Твою мать, блядь. Тихо ты, блядь, только не свались. Не дай бог. Он сам прыгнул, я вообще не держал его, как говорится. Сам это мерзавец. Да. Чё, блин? А это просто свет. Запрятали девицу. К столу подошел, заставка пошла. Куда-нибудь... Опа, ничего себе, вот эта тигрица. Вы видели? Вот кем надо играть-то было. А я какого-то Али-Бабу выбрала. У нас есть только мы. Без схемы. Мы будем вместе. Двое. Все, заткнись на вот это. Друг для госпожа, друга. Да, госпожа. Сейчас она его обесчестит, потом говорит. Есть вести. Говно-то убери с плеча ты это. Сейчас ты потнешь ей по лицу этой штукой. Опять они со своим яйцом, блядь. Ужасно, что у нас с тобой такая доля. Но я тебе благодарна. Играешь, играешь в Али-Бабу, потом бах, на ассасин появляется с яйцом, блядь. Редкостная дрянь. О, воду пошли. Она его постригла и помыла. Как я скучал. И мне не хватало тебя. Кинг-Конг такой, да? Такого увидишь, блядь, да, сдохнешь. Я тоже убила. Актеона. Проследила за ним и нашла. Да и она тоже не подарок. Дождалась. С ножом в руках. Заставила надеть маску. И пронзила клинком его глазницы. Это специальный нож у них такой. Ай. Тупой. Для бритья. Но я была небрежна. Другой тоже в маске проследил за мной до дома. С ним было еще сложнее. Я говорю, бля. Остался один. Тигрица всех закрызла. Все кончится. Так они изображают, или они там целуются? Забрала у Актеона. Аполлодор сказал, что этот папирус принадлежит совету. Опять он на башку одел. Это я ему одел, наверное, да? Откуда об этом знает Аполлодор? У него повсюду уши. Он связан с Клеопатрой. Как большие груши. Она же преступница. Это все козни ее брата, поверь. Пасов. Она жаждет вернуть трон. И тоже хочет смерти змея. Она верит мне. И дала мне это, чтобы убить его. Древнее оружие, которым убили тирана Ксеркса. Клинок правосудия. Солнышко выходит, сейчас начну мигать. Хитроумно. У тебя вроде был этот клинок-то, или я уже перепутал? Я проникну во дворец, найду владельца печати змея.
и воспользуюсь клинком. Кто тебе ногти-то красил, она что ли? Ты сможешь многое узнать в покоях придворного писателя. Я, похоже, по сюжету пошел, да? Он часто бывает в бане. Это ненадолго, наверное. Пока его нет. А ты? Я буду здесь, пока Геннадий прочесывает улицы. Он жаждет моей смерти. Генка, привет передавай. Узнаю, что смогу. О Геннадии и змее, и о том, как убить их. Блять, побежал опять этот автозапуск, блять, вонючий, я нажимаю. Подожди, Алибаба, что-то я понять не могу. А у него же здесь где-то просматривать можно. У него нет этой, как его называют-то, видения-то этого алибабавского. Давайте, ладно, пойдем. Здесь выход, что ли? Опять из колодца. А подождите, из колодца, у колодца. Так мы сейчас, наверное, автозапуск можем это быстрым перемещением, наверное, шаркнуть. Почему нет? А что, так можно? А почему бы и нет? Сейчас мы вынырнем, а там видно будет, что я опять побегу, что через эту дрянь все. Читать одну подсказку. Так, теленок. Надо, у нас выше где-то там поход. Вот она. Эй, кут, подожди, прыгун. Я не пойму, он так орет, что ли? Я не... Лает или чего? Или птица его лает? Если его птица, зачем она орет, когда он прыгает? Как вот такие вещи вообще? Идиотизм такой просматривается в игре, я вот понять не могу. Прыжок веры и дресня это лает. Блять, ляжки. Идиот. С дороги. Зима-то эти, ладно, хоть проходы есть, а то в этом, как Ассасине во втором, там, по-моему, там усрёшься, блин. Постоянно, блин, какие-то стены, коридоры эти вонючие, ну. Ну, похоже, они, конечно, там, может, делали в самом деле, там, с древних городов, но вам не горюй, шарохаться там. А Трачилову пошло именно... После Юнити вот это вот все дрочильня. Вот эти удары вот по тысячу раз, особенно это. На телегах-то они там. Как это называют? На бричках-то на этих ездах. В Англии. С Англии пошла эта херня. Кстати, надо попробовать залить ее, это. Англию. Там и девка играть. Там тысячу раз надо ударить, особенно баба играешь. Там вообще там. Трех человек надо убивать минут 10. Я, правда, на среднем играл уровне. Я не помню, есть там уровень или нет. А, подождите-ка, я чуть разговорился, блин. Тресню-то эту я просчитался. Скалолазка моя. Сумопляска. Прокатил я. Газу поддал, блин. Эх, ты дымится, мужик-то, ну. Чё-то он там накурился, блин. И отвалил. Блин, теперь здесь забираться, черт возьми. Вы что-то сделали шпольно высокую. Вон там мне понравилось, на куст я залазил. Здесь везде копошится, да? Так-то вообще прикольно сделано, да? Вообще, вот молодцы, я говорю, вот, отлично здесь все сделано, именно вот мир вообще просто, да, великолепен. Я вот эту игру-то немного начинал, а следующую, Драчилову, я даже не пробовал, даже вообще не записывал. Даже на халяву записывал. Горболет может взять.
Тихо, тихо, что я разорался-то? Кормить его не надо, случайно. Расслабимся. Мерзавку надо. Ну что вот сейчас не направляет? Орёт это как потерпевший. Ну ищи давай, где ты? Дыхает кто-то там. Ой, наконец-то вот за башней, блядь, тусовался. Петрилка. Похоже, туда нельзя, наверное. Сюда меня не пустят. Пустят, блядь. Сейчас мы по шапке надоем. Че он там крикнул? Кому-то орал там что-то. Дерьмо! Че? Берега, блядь, попутал. Ты... Все, Дрочилова началось, блядь. А у него какой уровень-то, блядь? У него уровень, блядь, вон 10-й, блядь. Вот он меня и лупит на. Блять, надо было тебе вот выходить, ублюдок ты вонючий, блядь. Не мог ты, блядь, спокойно, блядь, по-человечески. Но где же ты? Остаться где? Там. Надо было этой обезьяне, блядь, увидеть меня ведь. Он туда полез, видите, а я сюда полез. Опять это. Жалко. Что ты? Автозапуск, блядь. Так. Эй! Защищайте Кирия! Тебе конец. Да слезь ты с этой, с говнины ты с этой, господи ты, боже мой. Смотри, смотри. Да возьми ты его в прицел. Тебе надо было бежать. Сдох я, блядь, не заметил, как меня завалили, блядь. Как тебе жизни-то, как... Нету жизни-то жрать, блядь. Лихо меня сразу на жопу, блядь, посадили, блядь. Вы видели? Блядь, куда-то отправят. Черт тебе знает куда. Что это каждый раз какая-то дресня? Или здесь наоборот лучше забраться, чем там. Ни хрена не поймешь. Да угомонись ты, господи ты, боже мой. Место хорошо охраняется. Все, в тряпках там. Смотри, смотри, блядь, что делать. Вот мерзавец, ну ты мерзавец. Зараза! Эй! Чё-то по-тихому-то здесь никак нельзя, блядь. Убежишь! Я и не собирался никуда убегать. Нет, чёрпан ваш нужен. Где он? Куда он делся? Где-то внизу шар. Допросите каждого работника на пристани. И сбейте их, если будет... Отдыхаешься? Да плечом с плечом. Да бей по всем, блядь, и все нахуй. Блядь, игра такая вообще. Буду стрелять. Тупость, блядь, вообще во всем, блядь. Особенно это бои вообще тупые. Блядь, нормальные бои, вот в этом мне понравилось. Почему они вернулись к истокам. Юнити, у меня есть две части, если надо будет, я продолжу. Твоя жена сама выбрала свой путь. Там два удара, все наглухо. И преступница. Там и тебя валят быстро. Я лишь исполнял свой долг Филакита. И за это ты лишил меня жизни. Филакита какая-то, блядь. По-твоему, месть важнее, чем закон, Миджай? Ну так знай. Мои филаки разыщут. Какого я уже разбудник? И тогда ты умрешь.
Да сопроводит тебя незримый. Он сейчас первым всех одолеет. Владыка Дуа. Тебе три надо пирата, ждет. Чтобы одолеть их. Заразить-то, чтобы. Он заразил, блядь, один. И три подарка. Я думал, да, ты трипера. Сейчас подстрелю. Блять, он бегает вообще, как в штаны насрал. Что ты? Его убьют сейчас, блять, пока он бежит на. У него нет ускорения, он вот так вот бегает, блять. Просто какой-то высер, блять. С игрой я не знаю, что происходит, блять. Ну, слази, ёб, чурбан. Ускорений нет, чтобы быстро спуститься, блядь. Смотри-ка, блядь, какую тресню запрыгнул. Вот здесь давай по этим штукам. Да встань ты уже! Ник Энис. Вот и Тикеремери, Керемери, вот Тикеремери, блядь. Вот тебе и Керемери. Вот такие дела. Ларку смотрите после этой части. И, не знаю, к вечеру, может, сделается. YouTube будем следить. А то обед, праздничный стол и так далее. Вот такие дела. Ну, давайте на этом заканчиваем. Если игра не наберет 3 часов, то все, я заканчиваю и не буду продолжать. Смотрите внимательно. Всего доброго, берегите себя. Еще раз с праздником всех.